Пензе в светлый праздник Рождества Христова в церкви «Живая вера» прошел рождественский концерт. В этот вечер в протестантском храме, помимо прихожан церкви, было много гостей, среди которых были высокопоставленные лица и общественные деятели региона. С приветственным адресом к священнослужителям, прихожанам и всем собравшимся обратился председатель Пензенского отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов. Дорогие друзья, рождественский концерт организованной церкви «Живая вера» является заметным событием в общественной и культурной жизни Пензенской области, ярким свидетельством активного участия гражданского общества в укреплении национального единства, бережном сохранении культурных и духовных связей. Но поверьте, существует Бог, и Бог един для всех. И вот каждая церковь, это как каждая веточка, привносит свое вот в это великое благодеяние. И я вот сегодня убедился, что вот церковь «Живая вера», которая здесь существует, Пензенской области на уровне протестантизма является основой основ вот этого очень-очень благоприятного состояния души. В концертной программе рождественского вечера приняли участие лучшие протестантские исполнители и коллективы губернии. Внимание присутствующих были представлены вокальные, хореографические, музыкальные номера, затронувшие душу и сердце каждого человека. Это просто. Нет даже слов. Это прекрасный, светлый праздник рождения Бога нашего Иисуса Христа. Очень замечательно выступали коллективы, которые действительно вдохновляли, которые зажигали радость и свет, я думаю, во многих сердцах. Очень приятно, что сегодня был организован такой чудесный вечер, такой чудесный концерт. Все выступавшие – это высокий профессиональный уровень. Все, что сегодня мы видели на сцене, все делалось от души и чистого сердца. В завершении праздника член Всемирного христианского совета епископ Олег Серов отметил особыми церковными грамотами за участие в богоугодных делах общественных деятелей, юристов, журналистов, чиновников и членов Русского географического общества. Благословение за исходные ревностные труды, участие в благоугодных делах христианской благотворительности, служение Отечеству и помощь Церкви Христовой. Игорь Вершин. Всем спасибо большое организаторам и вокалистам, взрослым детям. Всем большое спасибо. Вам большое спасибо за такой прекрасный праздник в таком прекрасном месте, дорогие друзья. Цель этого концерта, конечно же, рассказать каждому человеку о том, зачем же родился Иисус Христос на этой земле, о том, как это все было, и о том, какая цель, такая глобальная цель спасения человечества стояла за его рождением. Я думаю, что все удалось. Огромное спасибо всем, кто участвовал, кто организовывал этот концерт и кто работал над тем, чтобы этот концерт осуществился. Сергей Киреев, Павел Шишкин, медиагруппа «Живая вера», специально для телеслужбы «Благих новостей».